И приплющиваю шарик и вот катаю вот так подушечку. Простые задания по работе с глиной для этих детей – настоящее преодоление. Без помощи квалифицированных педагогов их очень сложно научить даже простым бытовым вещам. В школе «Гармония» с ребятами с ОВЗ работают настоящие профессионалы. Таких детей должны обязательно поддерживать специалисты. Люди, которые умеют, знают, как с ними работать, умеют находить подход, умеют раскрывать их таланты и способности. Обучают грамоте, проходят школьную программу, развивают моторику, дают профессию. На Всероссийском фестивале «Люди как люди», который прошел здесь впервые, гостям показали на практике способы и приемы работы с особенными детьми. Таких детей обязательно нужно выводить в образовательное пространство. Они должны учиться общаться, коммуницировать с детьми, со взрослыми. И так потихоньку адаптируем их к социальной среде. В фестивале приняли участие представители администрации и общественной палаты Одинцовского округа, местные активисты «Единой России». Много интересного почерпнули для себя гости фестиваля, делегации из других округов. Здесь будут мастер-классы. Будут мастер-классы по профессиональному образованию. Психологи рассказывают о особенностях развития этих детей. И поэтому сегодня мы здесь приняли и представители многих школ, которые занимаются с ограничением развития детей. И мы благодарны, что наши соседи из Русского городского округа сегодня у нас в гостях. Этот фестиваль посвящен расстройству аутического спектра, психическим отклонениям, связанным с общением, социализацией и речью. К сожалению, количество детей с таким диагнозом год от года растет. Поэтому делиться опытом и знаниями в этой области весьма актуально, уверяют специалисты. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».